Все аварийные дома будут обозначены. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства пообещало до конца сентября на всех аварийных и подлежащих расселению домах разместить информационные таблички с датой их расселения. Знаки будут размещаться на фасаде здания под табличкой с адресом дома. При этом оформление должно быть в строгом соответствии с макетом, разработанным Минстроем и размещенным на сайте ведомства. Согласно макету, будет указываться срок расселения дома, а также контактные данные лиц, ответственных за расселение от муниципального образования и субъекта. Кроме того, после заключения контрактов на строительство нового жилья, для переселения граждан на табличке должны появиться адреса новых домов.